Если похлопать 3 раза, посчитать до 5 и оставить хороший отзыв в игре, вы найдете новый телефон под подушкой. Всем привет, с вами Макс. И сегодня мы поиграем в такую игрушку под названием... Ой, боже мой. Bubble Quaz. Это пародия на Brawl Stars, как вы поняли уже. Итак, добро пожаловать в Bubble Quaz. Кликуха на районе. Черка не сюда. Макс из 2 Б. Ладно. О, ящик. Что там не выходит? А. Амогус. Обычный. Итак, добро пожаловать, друзья, в Bubble Quaz. Чё у нас тут? Можно изменить аватарочку. Так, давайте применим самую топовую аватарку 2012 годов. Можно откуда. Так, цвет имени. Все как Brawl Stars. Давайте вот такой вот желтый. У нас 50 гемов. 0,10 рублей. У тебя нет друзей. Хорошо. А чё в клуб? Я задумца. Мне 5 лет, я хочу в психотипс. Ладно, в чате и клубах ничего интересного, просто там где-то садники живут. Давайте про... Путь к славе Мерло. О, мы получим катакольта. И получим в конце... Слава Мерло! Итак, давайте зайдем в магазин, и у нас есть очень много ящиков. Классический ящик, ящик анонимусов, ящик Дэнджет Мастера. Манки ящик, мега ящик. Также тут есть гемы, их очень много. Можно купить 30 за 200, и можно купить 70, 150, 225, 310 за рекламу. Но выгоднее всего мы можем купить 3000, так что давайте мы это сделаем за 9000 рублей. Вот это выгода. Но у нас тут есть общая акция. Ящик с бельвоном. Политика. Нахер я туда нахер? Так, давайте посмотрим. А, их только два. Bubble Jump и Bubble Run. Скоро придут новые режимы. Ну, за дальнейшим обновлением, наверное, посмотрим, если буду еще раз снимать. Если нет, то... Не знаю. Давайте посмотрим бойцов. Их очень много. Просто... 72, это же больше, чем... Brawl Stars. Ладно, давайте мы уже откроем эти сраные мега-ящики. И давайте мы откроем классический ящик. И нам выпадает... 10 рублей. Чу! Спайк! Спайк! Я выпал спайк! А, спайк. Тогда чё я радовался тогда? Овощ, это... Осуждаю! Давайте мы поиграем в Bubble Jump. Спайк! Скинов нет, давайте играть. Так, как тут играть? Надо управлять телефоном. Нет, ты прыгни. Итак, в принципе, в этой игре нет ничего интересного. Просто мы прыгаем. У нас тут дом. Высокий. Нет! Нет, я хочу заново. Я хочу заново поиграть. Потому что я не был готов к этому. Я просто не был готов, ребята. Блин, спуйк, молодец, красава. А я не знал, что он умеет паркурить. Ну блин, это неинтересно, спрыгиваем отсюда нахер. Ладно, давайте чекнем следующий режим, это Bubble Run. Вперед, спуйк. Итак, вот дорога, вот мы, вот и геймчики. Пуньк. Это же ты, это ты у Матис. Я сдох. Рассказываю снова про режим. У нас есть дорога, у нас есть персонаж, и мы должны перепрыгивать через Матизы, то есть через The Best Car. Да, ну конечно, помимо этого у нас есть двойной прыжок. Который у меня почему-то хреново сработал. Ну-ка, заново. Бульк. Забрали. Теперь идем дальше. Вы, наверное, знаете, в каком это минус, типа... Если мы сейчас заберем какую-нибудь кристаллик или монетку, просто типа... Я смотрел, что... Опа. Нас перепрыг... У нас, когда мы берем какой-нибудь кристалл или, например, 10 рублей, нас отталкивает назад. Почему так? Я не понимаю. Даже если сейчас... Опа. Нас, по-моему, по-миллиметрически... То есть, видите, нас отталкивает назад почему-то. Я не понимаю,
почему так? Вот даже сейчас видите, я, наверное, вроде в центре стоял, а сейчас я почему-то еду до сих пор назад. Вместо того, чтобы прыгать вперед, я постепенно иду назад. Но все равно я забрал 6 кристаллов. Блин, как мало тут наград. Хотя можно получить 300 кристалликов. Так что, если сейчас мы немного-то поиграем в эту игрушку, я устрою мега-открытие, где мы, наверное, выпьем еще много персов и даже легендарных. Это не я, кстати. Это опять меня залагало по какой-то причине. Реклама! Реклама! Итак, после просмотров дофигища рекламы я накопил 616 гемов. Давайте мы что-нибудь уже откроем. Давайте откроем минус, который мы уже открывали. Ладно, не важно. Анонимус с пакетом. В значит вынести мусор. Прикольно. А теперь давайте откроем ящика Danger Master. 300 бак. Зачем я сразу вспомню? Давайте уже открывать. Монеты. Hilly Billy Bread. Sorry for what? Но где наш Hoshital Sorry? Вы издеваетесь? Эльфы Стинг! Бля, только в первый раз. Давайте откроем ящик манки. Манки с ноутбуком. Зачем здесь? Вот это хороший вопрос. Так, я думаю, можно открыть особую акцию. Ящик с Блевоном. Но Блевона тут нет. Фух, только бы Блевон. Давайте откроем мега-супер-мега-мазерфакинг ящик. Что нам выпадет? Шелби! Ультра-мега-супер-дупер-хорош! Ультра-мега-супер-дупер-хорош! Откроем последний мега. Тысть! Откроем классический. Шлёпа в тазике, повезло. Да мне выпадет Поблемон. Эль-папа. Сильный, стройный, великолепный человек с большой буквы. В общем, говорят, отец. Хорошо. Откроем еще. Блин, пацаны! Это он! Мы наконец-то его выбили! А мне можно сказать один вопрос? Просто. Ты что, он же выбил какой-то? Ну что ж, Блевона мы выпили. Выпили. Блевона мы выбили. Теперь давайте откроем еще один манки ящик. Крутой манки, крутой, просто крутой. Давайте дальше. Манки? В смысле? Так. Разработчик, я это осуждаю. Осуждаю. Я не манки. Запомните, я не манки. Не верьте этим словам. Кто это? Ну точно, это не я. Манки плывет. Боль. Открываем снова ящик Danger Master. Тут ты издевай! Ладно, у нас осталось гемов на 3 ящика, но надеюсь, мы выбьем этого Билли Харднинга. О, да неужели Стив Рэмбо? О, щит, I'm sorry. Окей, я извиняюсь. О-хо-хо-хо! Рикардо Милос, наконец-то! Мы выбили этого флексера. Ну что, пацаны, готовы выбить? Билли Хардингтон, или как там его, я забыл уже. Ладно, неважно. Ну-с, давайте. Да черт возьми, короче, мучи. Мертвец. Но, кстати, у нас же есть деньги. Если есть деньги, есть и геймы. Покупаем. Да опять этот сраный грачи-мучи, пошел нахер. Ладно, походу опять придется перезагружать, потому что меня сейчас опять лагает, потому что меня, походу, узо опять слетит. Но, пожалуйста, Билли Хардингтон. Кто там выпал? Скажите мне, у меня затормозило. Тупой слоновый слой и грачи-мучи!
всегда, пацаны, опять у меня ОЗУ скачет по каким-то непонятным причинам. Если я нормально все снимал, то у меня ОЗУ не скачет. Ну, короче, вы поняли. Кстати, по-моему, я не знаю, записалось видео или нет, но мне выпал босс анонимусов, то есть еще одна легендарка. Но если мы выбьем Билли Хартингтона, я удалю канал. Вандеркхолм! Твой Дэнджерон под хорошей защитой. Спасибо. Дайте мне, пожалуйста, Билли Хартингтон, и я уйду. Ну, хоть Марк Вулф. У нас осталось гемов на 3 ящика. Мы сможем выбить. Только не его. Давайте. Шуточек пора снова открывать. Это последний. Наверное, у меня денег не хватит. Погнали. Ах ты лысая башка. Да ёпта.